Мне кажется, кислинка за счет освежает немного. Да, да, в жару, мне кажется, очень прям самое то. Более 100 работодателей и порядка 3500 вакансий на ярмарке трудоустройства. Большая часть гостей мероприятия сконцентрировалась на одной из самых популярных площадок. Там, где угощают напитками барнаульского пивоваренного завода. Понравились, вкусные. Я люблю вот такие вот от этой фирмы напитки, правда. Очень вкусно, да, все нравится, спасибо. А вообще учитесь где-то, может быть? Хотите ли попробовать поработать здесь? Да, есть желание поработать. Я на нем работала. Вы работали? Да. Кем работали? Я работала на линии розлива квас. И как, понравилось? Да, на экспериментальном участке интересно работать. А что еще там вот из плюсов? Там полный соцпакет, там обеспечивают бесплатно формой, там хорошая столовая и бесплатно обеспечивают питанием. Там достаточно хорошие условия труда, плюс ко всему хорошо, ну, в принципе, относятся к сотрудникам и очень теплый коллектив. Барнаульский пивоваренный завод заботится о своих сотрудниках. Например, оплачивает путевки в детские лагеря. По договоренности с работником может установить гибкий график. Также на предприятии имеется собственный медпункт. Предоставляем нашим работникам бесплатное питание. Вот. Часть коллектива у нас занимается спортом, то есть предприятие вносит свою лепту в этот блок. Вот. Работники, те, которые побеждают в наших ежегодных конкурсах, выезжают в Горный Алтай туда же. Ну и многие-многие другие вещи. Помимо этого мы же оказываем поддержку различным медицинским, там, культурным учреждениям. На БПЗ рады пополнению команды. Здесь всегда востребованы рабочие руки, особенно в летнее время, когда объемы производства возрастают. К слову, многих студентов такие вакансии заинтересовали. Ну, мне кажется, мне вот оператор по линию разлива подходит. А вообще, что вот, какие критерии важны для работы, как вы думаете? Для работы? Ну, у меня еще небольшой опыт, на самом деле, в работе, но мне кажется, важен коллектив. Ну, для меня это так, мне так кажется. Потому что, когда тебе комфортно находиться вот с людьми, то и работа, соответственно, будет в кайф идти. Кстати, барнаульский пивоваренный стал вторым домом уже более чем для 1000 человек.